Всем привет. Сейчас мы идем на завтрак. Такой вот у нас отель. Мы живем на 8-м этаже. Ну, вид я вам тоже покажу. Вид красивый. Сейчас ждем лифт на каждом этаже, получается, по 3 лифта. Так, теперь привет. Приехал. Витюша, скажи привет. Ну, сказать привет. Я хоть серьезно. Ой, вот такой вот отель. Здесь получается центральный вход. Здесь ресепшн. Обязательно обработать руки перед завтраком. Кажется, вся еда она огорожена и сами. Спасибо. Сами работники, они накладывают тарелки в еду. Фатих, ты готов кушать? Готов кушать? Да? Скажи привет всем. Солнышко, знаете, да? Несмотря на то, что тонированные стекла, солнце все равно очень яркое. Будь здоров. Ешь кашку? Вот так. Витюшка каждое утро кушает кашку. Ему очень нравится. Скорее всего, овсяная. Я вот не очень их ем. Витюша любит. Витюша. Вкусненько. Витюшке принесли бабе чая. И так ему удобнее будет кушать. Витюша. Витюля. Позавтракали, сейчас поедем гулять, пойдем, наверное, сначала к морю, а потом уже ближе к обеду в бассейн. Соответственно, народа тоже очень много. Особенно вчера был очень большой заезд. На море. Получается частный пляж. Есть детский клуб. Бассейны чистят. Каждый вечер их чистят. Ну, к утру они тоже их подготавливают. Это, кстати говоря, взрослый бассейн, только взрослый будет купаться, вода в нем прохладная, прям очень много баров, террасы, то что можно подойти, попить что ты захочешь, солнышко ярко светит уже.
насыпной. И давайте посмотрим. Вот такие вот булыжники насыпают. И вот видно, тут даже есть морские ежи. Вот черненькие, видите? Это и есть морской еж. Вот такая вот красота. Такая вот территория отеля. Здесь получается море как залив, и поэтому волн нет, но чисто, медуз тоже нет. Немножко есть водоросли, но больше их заметно, когда начинается отлив, а так море чистое. Отель называется DoubleTree by Hilton. Кому-то он понравился. Ну, в принципе, рекомендую. Одно, что здесь очень много народу. Показывай себе видео, чтобы спать. Да, да, да. И утром так же. Скажи маме привет. Петюша. Скажи привет. Всем привет. Ставьте палец вверх. Молодец. Вверх. Вот такой шикарный вид у нас из номера. И из номера мы видим закат. Очень красиво. Центральные ворота.